Эверест, Джомолунгма Сагармадха, самая высокая гора в мире, вершина которой манит к себе тысячи альпинистов, горовосходителей и путешественников. Люди, далекие от восхождений, скажут, что движет ими только самолюбие и желание потешить свое эго. Я же, как человек, который восходил на множество вершин по всему миру, на всех континентах и несколько раз стоял на вершине Эвереста, скажу с уверенностью. Восхождение на любую гору, и Эверест в частности, это восхождение к своей мечте. В этой серии я покажу вам, как и чем мы живем в базовом лагере Эвереста. Бодрствуют разбродягас, на связи Котляр. Это четвертая серия нашего YouTube-сериала о экспедиции на Эверест. Я проснулся в базовом лагере. Как вам уже известно, если вы смотрели предыдущие серии, мы пришли в базовый лагерь с трекинговой группой и с моим участником на саму вершину Эвереста. Трекинговую группу я уже проводил обратно вниз. Если вы не видели предыдущие серии, зайдите в папочку под названием «Экспедиция на Эверест сериал», и там все серии будут, обязательно посмотрите. Вот, рад приветствовать вас снова у себя на канале. Это моя палаточка. Пардон за голос. Чуть-чуть застудил горло. Это нормально. Так, вот моя кровать, спальник. Вот здесь у меня столик. Тут баул с разными вещами. Тоже карман с разной мелочевкой, рюкзачок. Прихожка. Здесь у меня обувь, снаряжение, включающийся свет. Очень работает. И вот такая красота. Сегодня я покажу вам наш быт в базовом лагере. И также у нас в ближайшие несколько дней в базовом лагере подготовка к выходу на акклиматизацию. Мы проведем занятия с кислородом, проведем занятия на леднике со снаряжением. Доброе утро. Что ты закрываешься? Тебя. Вот, проведем занятия на леднике со снаряжением. Вот наш ледник Хумбу. И подготовимся к акклиматизационному выходу. Опять там над горой какая-то линза. Не очень хороший это признак. Ну, посмотрим. Всем еще раз привет. Поехали. Базовый лагерь Эвереста находится на высоте 5364 метра над уровнем моря. По моему плану, мы должны здесь провести не менее 5 дней, прежде чем приступить к высотной акклиматизации. За это время мы должны привыкнуть к высоте базового лагеря, а также провести несколько тренировок. Сегодня я что-то долго спал, отсыпался, пока пришел, тут уже все завтракают. А на завтрак у нас ничего себе, даже креветки. Ничего себе, настоящий, даже клубника. Настоящие гималайские креветки с гималайской клубникой. Она, кстати, это консервированная, да? Или подмороженная? Ладно, всем приятного аппетита. Чего мы мельчимся? Сейчас вам мало сгущенки? Вы еще решили? Я могу свою порцию отдать еще. Возьмите яблочки. А яблочки ты не хочешь съесть? Нет, я не буду. Они каком-то чем-то намазаны. Ну, у нас съест, у нас много. Все ядлы. Я молодой, растущий организм. Да, меня молитвует. Your blood pressure last night, how much? 110. This is 120 above 80. Yeah. I want to check your heart. Okay. Can you keep it up? Yes. Sorry.
В один из дней после утренней медицинской проверки мы приступили к занятиям с кислородным оборудованием. Вот это у нас с вами баллон с кислородом. Кислород переоценить невозможно, это наша жизнь. Объем этого баллона 4 литра. Когда он заправлен полностью, то давление в нем составляет 300 атмосфер. Я не буду спойлерить, ты мне вчера рассказывал. Как это узнать? 4 умножаем на 300. Да. Все правильно? Да, 1200. Правильно. 1200 литров в полном баллоне кислорода. Вот это нам пригодится, чтобы потом считать, на какой подаче и сколько мы можем часов продержаться с этим баллоном. Дальше. Пока что это мы учли. Сейчас мы поставили вот эту пробочку. Обычно на новом баллоне она очень хорошо затянута. И сами руками вы ее не сорвете. Вот, ну, то есть сейчас она у меня как бы просто насажена. Я рекомендую. Ну, то есть у меня на обвязке всегда есть ножик. Ну, вот этот альпинистский стропорез. В пуховке у меня вот чайная ложечка. Ну, как бы, знаете, и кашку покушать полезно в палатке. И вскрыть баллон. То есть просто вот сюда засовывается вот так чайная ложечка и срывается с резьбы. Потом скручивается. Редуктор открываем на полную подачу, прежде чем начинать его накручивать на баллон. Если этого не сделать, очень велика вероятность, если редуктор будет закрыт, ударом кислорода поломает, ну, сорвет клапан. Поэтому очень важно перед тем, как вы будете накручивать редуктор на кислородный баллон, открыть его на полную подачу и то же самое сделать, когда вы будете скручивать редуктор с пустого кислородного баллона, прежде чем накрутить его на новый. Дальше все очень просто, по часовой стрелочке накручивается у нас редуктор. Сначала вот такими легкими движениями и потом уже вот сюда пальчиком упирается. Все, он пошел, ничего страшного. Там за 3 секунды ничего из него не выйдет, знаете. Поэтому без суеты. Поставили там на нужную подачу. Сейчас я поставил на ноль. Сейчас мы видим, что у нас давление, ну, примерно 150 атмосфер. Кто скажет мне, сколько литров сейчас кислорода в этом баллоне? 600. 600 литров, правильно. Пока что простая задача. На сколько минут нам хватит этого баллона? На 600 минут. На 600 минут, правильно. 600 минут, это сколько у нас часов? 10. 10 часов. То есть при одном литре это 10 часов. Соответственно, при 2 литрах это 5 часов. Вот, при 3 литрах это у нас примерно 2,5. Вот, все правильно. То есть, да, такое упражнение, которое позволяет вам проверять, насколько сильно вас херачит горняшка на высоте. Я вам сейчас еще при этом не показал важность фиксации баллона. То есть понимаем, да, что сейчас мы с вами в удобной комнате находимся, и баллон никуда не улетит. Но там на горе вот так вот в руку упирают, на ногу ставят вот так, и там вот так накручивают. То есть важно понять одно. Нужно его хорошо зафиксировать, чтобы он никуда не улетел. Вплоть до того, что вот к этой веревочке просто подстегнуть на самостраховке, и тогда мы будем точно спокойны. Берем по размеру, они нескольких размеров есть. Сначала мы надеваем маску на шею и подтягиваем, фиксируем вот здесь. После этого мы берем вот эту штуку на голову и вот этими ленточками тоже подтягиваем, фиксируем. Открытого типа. Здесь у нас есть 3 клапана, по сути дела. Клапан, через который идет подача кислорода из баллона. Клапан, через который мы дышим воздухом нас окружающим, вот он, с левой стороны в данном случае, и клапан, через который мы выдыхаем. Так как мы с вами находимся в экстремальных горных высотных условиях, с экстремальными температурами, все эти клапаны могут нет-нет да подмерзать. Поэтому очень важно следить. Во-первых, очень часто я рекомендую таскать с собой запасной редуктор. Почему? Потому что клапан редуктора, ну там где-то мы забыли поставить его на полную, может повредиться, как бы лучше, чтобы был запасной. Маску я рекомендую запасную таскать в нагрудном кармане, чем в маске. Это значит, что где-то что-то перемерзло, какой-то клапан, либо в самом шланге. Самое быстрое – это просто в этот момент поменять маску.
И то есть мы вроде на всю подачу, да, там, на 4 литра. Ну, как бы у вас будут, скорее всего, сейчас новые редуктора 6 литров, но на 6 литрах идти не нужно. Это прямо уже для спас-работы. Максимальная подача, на которую мы идем, это 4 литра в минуту. Когда мы идем уже со штурмового лагеря на вершину, на этой подаче вот мы идем в этот период. Жидкости, конденсата, ага. Да. Просто мы там ночью начинаем, когда чувствовать, что на нас уже там что-то... Капает. Эта жидкость, она вот здесь еще скапливается, вот видите, вот в этих вот отворотах во всех. Ага. Просто берем салфетку, либо туалетную бумагу, вытерли, надели себе снова маску и снова спим. Все, вот понятно, да, то есть не забывайте про то, что маску вам, особенно в течение ночи, надо будет периодически поставить. Вот, с этим понятно, да? Сейчас вы каждый можете попробовать сделать все самостоятельно. Единственное, что, какие у вас есть вопросы по тому, что я сейчас вообще сказал? Не стесняйтесь, задавайте. Накручиваю. Не боимся, что он пропускает. Накрутили. Закрываем. Далее берем маску, шлангочек. Так. Здесь, наверное, все будет закрыто все равно. Угу. Снимаем вот эту штуку. Ну, у редуктора уже будет открыто, потому что ты его уже насаживал, да? Да. Нужно подачу. Фиксируем снизу. Вокруг шеи. Зачем делать здесь? А вот он. Чтобы пистолет не выходил. Блин, 27 апреля. Так, 27 апреля. У нас с тобой дневка в базе. Так, 28 апреля. Думаю, что нам можно еще день провести в базе, чтобы после тренировки на льду сразу не ломиться наверх, а еще так выдохнуть, все подготовить, чтобы на этом... То есть еще одна дневка в базе. Все это обсуждаемо. Вот, 30 апреля... Мы с тобой выходим в первый лагерь. В ночь с 29 на 30 или с 30 на 31? В ночь с 29 на 30. То есть вот после этой дневки ночью мы выходим. Выход в первый. Насколько? В жару не попадать. Я бы вышел часа в 3 ночи. Вот, соответственно, к 9 утра мы, тире, к 11, в зависимости от темпа, мы могли бы уже быть в первом лагере. Я еще поконсультируюсь с Щерпами, может быть, попозже выйдем, чтобы поспать подольше. Вот. Угу. Просто не хочется прям в жару попадать наверху, там верхняя часть, там так светит солнце ярко. Что? Потом у нас же 30 дней в апреле, да? Да, да, да. Значит, 1 мая, следующий переход. Переход во второй лагерь, это высота 2 мая. Дневка во втором лагере. 3 мая. Тач. 3 лагерь. Во сколько выходим? Утром после завтрака. 3 лагерь у нас находится на 7000. Вот, идти до 3 лагеря без кислорода часов 5, ну, 5-6, вот. Это без пробок и без кислорода. Спуск в базу. И 5 мая вылет в Намче. На несколько дней. Так, это понятно. Ну и, соответственно, в Намче мы проводим
от 2 дней до 4. Больше 4 я бы не хотел там тусить, перерасслабляться тоже. 4-5 максимум. Вот. И, значит, сюда мы возвращаемся. Ну, будем посмотреть по прогнозу по веревкам. Но я бы сюда вернулся там числа 8 мая. Мы позавтракали и провели после завтрака занятия с кислородом. А сейчас я вам устрою небольшой рум-тур по нашей столовой. Ну, для начала покажу, где она у нас вообще находится. Как вы понимаете, базовый лагерь 5360. Вот там, кстати, живет Саня, вот в этом домике. По нему тоже обязательно проведу рум-тур. И вот вокруг, точнее посреди этой красоты, находится наша столовая. Выглядит она со стороны вот так. Такой купол. Куполообразная палатка у нас. Очень классно. Уютно в ней. Вот здесь сразу у входа. Это бочка под мусор. Здесь умывальник, мыло. Теплая вода всегда. Полотенце. Здесь стол под всякую всячину. В данном моменте здесь лежат мои пуховые штаны, в которых я пришел утром. Очки, моя куртка и пачка семечек. Вот. Такой вот стол под всякую всячину. Это тоже такой, да, наш столик. О, какой огарный хлопец. Вот. С зеркалом даже. Это стол, за которым мы принимаем пищу, чаевничаем и проводим в целом большую часть дня. Вот такие удобные стульчики. Вот здесь у нас кайфовые кресла и даже диван. Вообще просто как будто не в горах где-то. Вот такой видно потолок с флажками. Это у нас обогреватель. Панорамное окно с видом на горы, ледопад Кхумбу, западное плечо Эвереста и Лобдзе. В общем, красота. Здесь у нас всякая электроника, компьютеры, телевизор даже есть большой. Интернет у нас хороший. Starlink Саня притащил. Вот, здесь у нас бар. К сожалению, на конце экспедиции я не пью. А здесь у нас Никита. Учит меня монтировать в программе DaVinci. Ученик из меня по монтажу так себе. Но вы потом оцените там, поставьте реакции свои. Либо такие там. Вот, а еще у нас сегодня на перекус козы из Казахстана. А сестренка притащила. Сейчас я своим колымским ножом с Колымы, давно привезенный, порежу это все, и мы будем вкусно кушать. Все, погнали. Так, мы обедаем. И у нас тут, представляете, даже Павел Воля вещает там. Comedy Club в телевизоре. У меня вместо пива яблочный сок из пивных бокалов. Вот, допил. Вот такой у нас еда сегодня на обед. Такой салатик вкусный. Макаронцы, рыбка, картоха. У кого-то красное вино, но не у меня. Помимо занятий с кислородом, конечно же, перед тем, как уходить наверх, нужно обязательно провести занятие на леднике, так как нам предстоит преодолевать разные препятствия на ледопаде Кхумбу. Поэтому сейчас мы собрались и отправляемся на ледничок. Вот так. Несмотря на предыдущий горный опыт участников, тренировка на леднике, конечно же, необходима. Повторение мать учения. Благо, тренировочный спот находится в 5 минутах от лагеря. После обеда мы собрали необходимое снаряжение и выдвинулись на занятия. К нашим тренировкам присоединились наши друзья, восходительница из Казахстана Жамиля и восходитель из Кыргызстана Илим. Сегодня на занятиях нам предстоит с тобой работать преодоление основных видов препятствий, с которыми мы столкнемся на ледопаде Кхумбу. Конечно же, это перильная классика. Подъем на Жумаре, траверс, спуск дюльфером. И к этой перильной классике добавляется еще 4-я. Это преодоление трещин по лестнице. Let's go! Погнали! Ну
что, первая тренировочка? Ага. Как в первый раз, а в первый класс, да? Шучу. Не в первый. Готовы? Сначала легкая теория. Во-первых, чтобы каска не уебалась с головы, ее надо застегивать. Поехали. В принципе, вы уже знакомы с работой со снаряжением, которое нас ожидает. Но здесь чуть-чуть отличается от того, что у нас было там, допустим, на Эльбрусе, вот, на других вершинах. Здесь, во-первых, нам не нужен ледоруб. Ну, по крайней мере, вам не нужен ледоруб. Я с собой беру вон те два инструмента обычно, вот, таскаю на всякий пожарный случай. Вам ледоруб здесь не нужен. Вы здесь работаете на перилах. Соответственно, три самых необходимых элемента вашего снаряжения – это кошки, это обвязка и это каска. Каска понятно для чего нужна, чтобы если что-то сверху ёбнет, темечко вам не пробило. На самом деле, больше всего мы будем спускаться просто на скользящем. То есть просто щелкивая карабин в перила. Но на крутых участках мы с вами будем спускаться при помощи спускового устройства, в данном случае реверса. Склон, состояние которого вам может простить эти ошибки. Допустим, кислый снег, подрастаявший, подразбухший, мягкий лед, там не очень жесткий фирн, они ошибки такие прощают. Но как только вы эти ошибки допускаете на жестком бутылочном льду, либо на жестком наветренном фирне, вы улетаете. Поэтому еще раз повторяюсь, кошки мы используем только двумя вариантами. Либо мы ставим все зубья, то есть полностью стопой, не на рант, не на пяточку, не на внешний рант, не на внутренний рант. Либо все зубья, либо только работаем передними. Понятно, да? Что важно, когда мы работаем на передних зубьях? Важно, чтобы ноги были параллельно, а не лягушка. Видите, вот так я лягушкой развернул, так меня кошки будут плохо держать. Лестница вдруг становится вертикальней, то, соответственно, натяжку мы меняем сюда и переводим ее. И уже шагаем кошкой по одной лестнице, потому что когда она вертикальной становится, у вас не получится так ногу ставить, понятно, да? Но вот здесь, на горизонтальной лестнице, все четко. Единственное, что у девочек может не хватить размера ноги, ну тогда чуть сложнее будет движение равновесия, но не сильно. Длину уса для жумара. Как правило, это происходит опытным путем, да? Мы берем жумар, повисаем, мы должны до него, повиснув, полностью дотянуться, но при этом жумар не должен быть слишком коротким, чтобы у нас ход движения был не так, как будто мы... Ладно, не буду шутить. В общем, у нас должен быть достаточный ход движения, но при этом мы до жумара в случае его потери должны дотянуться. Если я вот так оттопыриваюсь, мне очень тяжело лезть. Я вроде как и ногами шагаю, да? Видишь, оттопыренная жопа не дает мне нормально двигаться жумар. Вывод в чем? Надо просто вертикально ставить свой поппингаген. Вот. И тогда лезется абсолютно хорошо, удобно, красиво. Без, без каких бы ни было трудозатрат руками. Я на руках вообще не подтягиваюсь. Вот смотри, раз, два, видишь у меня где попа. Я не вот так лезу. Я вот так лезу. Раз, два, двинул жумар. Раз, два, двинул жумар. Все. Легко и просто.
Ну что, как? Прикольно, я 100 лет не лазил. А больше всего хожу пешком, либо на жумаре по готовым веревкам. Плюс полгода назад, меньше чем полгода, 4,5 месяца назад, была операция серьезная на ногу. Так я не то что не лазить, даже бегать перестал. Вот. Поэтому есть определенная радость в том, что потихонечку возвращается активность в жизнь. Кайф. Намасте, Эдзин. А это святая святых, наша кухня в базовом лагере. Тут ребятушки нам готовят вкусную еду. Ну, как мы питались, вы уже примерно видели. У нас даже креветки бывают. Вот варится тут супчик из козлятинки. Фасоль у нас здесь. В общем, это наш шеф. Everyday миточа. Миточа означает очень вкусно. Вот в таких условиях ребята нам готовят всякие вкусности. И не забывают нас баловать. Thank you, chief. Так, ну и у нас еще в лагере есть классное местечко, называется кофейня. Вот. Там у нас прям самый настоящий кофе с кофемашиной. Ну, соответственно, любой можно заказать капучино, там, латте. Ну, тыквенный латте вы, конечно, там не закажете. Вот, но в целом кофейную классику латте, капучино, эспрессо заказать можно. Я даже прикалываюсь, ребята уже местные привыкли. Я заказываю себе капучино либо латте, а еще заказываю 2 эспрессо. Их туда выливаю. Получается прям нормально. Едай. Кофейня у нас вон там. Желтая палаточка. Сейчас я вам ее покажу. Это начальник нашего лагеря. Ангел, nice to meet you. Ангел, дай. Big boss here. Nice big boss. Yes, big boss. Вот такая красота. Так, ну, если что, я живу вон в той палаточке, вторая, а во втором ряду с края. Так что заходите в гости, не стесняйтесь. А вот мне и принесли мой кофеенок. Сейчас надо отсюда чуть-чуть отпить. Добавить дабл эспрессо внутрь. И будет хорошо. Вы представляете, в базовом лагере Эверест. Такая красота. Ну вот, красоту чуть-чуть испортил. Но зато по вкусу будет так, как мне нравится. Ну это же кайф, а. I was like really surprised. Александр, приятного аппетита. Спасибо. Сегодня у нас на ужин чикен сизлер. Is not chicken sizzler. What is it? Mutton. Ah, it's mutton. Oh, yeah. Mutton with potato mix. Yeah. Potato. Хорошо. Mutton, козлятина. Вот такой супец. Сальцо, привезенное из Германии. Я из Германии прибыть. В общем, вкусный ужин. Классная компания. Наш доктор Бихрус, кто смотрел до этого мои влоги, мог его периодически видеть в некоторых экспедициях с нами. Вот. Ну, с Никитой все понятно. Никита, братик мой, сына, Коля. Оператор. Коля. Коля номер 2. Вот, ну и Саня, все. Ну вот. Тут одинокая бутылочка вина, которая скучает по мне. Я по ней, но мы до конца экспедиции не можем встретиться. Поэтому я пью кокосовый сок. Представляете, кокосовый... Нет, серьезно, вот кокосовая вода у нас тут на 5 с лишним тысячах. Вот каждый день пью ее. Скоро обкокошусь вообще. На Бали приеду, буду за своего там просто на кокосовой воде.
На пятый день нашего пребывания в базовом лагере мы приняли участие в пудже. Сейчас у нас началась подготовка к пудже. Пудже – это молитва, богослужение в тибето-буддийской традиции перед очень важным делом. А нас, конечно же, ожидает в скором очень важное дело. Сегодня ночью мы выходим на акклиматизацию, которая является обязательной и очень важной частью экспедиции на Эверест. Мы принесли наши снаряжение сюда, на пуджу, для того, чтобы благословить его. Положил что-то своего туда? Угу, положил. Кошки, ботинки, обвязка. Все. Слишком много бы туда сил. Завтра уходим как на строй. Хорош. Уже пора что-то делать. Слишком уже засиделись. Сегодня, по-моему, четвертый или пятый день уже здесь. Уже пора что-то делать. То нас откармливают поросят. Ну, зато подлечились. Горло не болит, но у нас парк остался. Вот. Так что, ну и акклиматизировались. Уже пора. Пуджа для нас очень важное мероприятие, даже для тех альпинистов, кто не исповедует буддизм, тибетское ответвление буддизма. Пуджа все равно очень важна. Мы не знаем, действительно ли есть те самые тонкие структуры, которые мы не видим глазами, или это всего лишь наши выдумки, но тем не менее, если их действительно нет, контакт с ними нам не повредит никак. А если они все-таки есть, может быть, это нам поможет. Вот. Здесь мы молимся, общаемся с духами гор, просим их благословить нас. Может быть, это и помогает. В таком деле, как восхождение на самые высокие вершины мира, любая, даже малейшая возможность, маленький процент до помощи, чтобы достичь вершины и спуститься вниз домой к родным и близким. Это важно, это дорого. Поэтому мы здесь. Седая борода-то у меня будешь. Голова седая борода. Привет.
Прошла пуджа. Вот, намазались цампой. Это мой хороший друг Мозес из Бразилии. Известный альпинист из Бразилии. Пять дней мы провели в базовом лагере. Уже эта высота стала такой для нас домашней. Чувствуем себя здесь хорошо, как дома. А за эти пять дней мы не только отдыхали, но, как вы видели, сделали занятия по кислороду, сделали занятия на леднике, потренировались. Сегодня у нас прошла пуджа, благословление перед выходом в горы. И ночью мы стартуем в 3 часа ночи. Уходим наверх на 4 дня, я думаю так. А там как карта ляжет. Вы нас не теряйте, пишите комментарии. Ну и если вам нравится наш формат сериала об экспедиции на Эверест, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте про наш канал своим друзьям, знакомым, близким и родным, всем тем, кому интересна тема горовосхождений и путешествий. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Крепко обнимаю. Тепло земли.